Обычный учебный день в Чебоксарской школе номер 37. У младших школьников уроки уже закончились, но ребята не торопятся домой. Покинуть учебное заведение они могут только в сопровождении мамы или папы. Мы не отпускаем никого детей без родителей пока, первое время, потому что это первый класс, они не все умеют еще открывать дверь ключом и так далее. Поэтому дожидаемся пока родителей. Родители к таким мерам безопасности относятся с пониманием. Наверное, долго буду забирать, потому что на улицах ужас творится. Агрессивные водители. Лучше буду забирать, наверное, класса до третьего точно. Вообще, в школах и детсадах Чувашии делается очень много, чтобы ученики чувствовали себя в безопасности, находясь на территории своих образовательных учреждений. Здесь устанавливаются камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки. Во всех школах организована контрольно-пропускная система. Ежегодно в начале учебного года специалисты управления образования проверяют, как в образовательных учреждениях столицы соблюдаются правила антитеррористической безопасности. Внутри здания проверяем турникеты, наличие турникетов. Проверяем работоспособность пожарной сигнализации системы ПАК-стрелец-мониторинг. Проверяем также наличие экстренных телефонных служб. Проверяем планы эвакуации, эвакуационные выходы, в каком состоянии должны быть в дневное время суток, в рабочие часы должны быть открыты. На ключ не должны быть закрыты. Чаще всего встречаются, значит, такие недостатки, как открытые ворота въездные, нецелостность ограждения, отсутствие калиток, дальше отсутствие планов эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, также недостаточное количество видеокамер. Пока специалисты обследовали 6 школ, до конца года проверят оставшиеся 55. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев. Республика.